бегом, бегом бежать. Беги, бегом. Беги, бегом. Повторная съемка исхода. А то после еды не бегать. Полминуты и уже здесь. Так, посмотреть, проход тут есть, нет? Ну, мы что-то ходили уже. Назад. Мы вот там ходили. Ну там ходили. Вот. Ну нет. Сюда вот она бежит. Начали. Ой, комаров подняли. Все, поворачивай вправо. Да, комиссия с комарами не справится. Бегом бежать вот до сих пор, вот скрыться в этих местах. А мы справимся. Так, бегом, беги, идешь, опустила голову-то. Мертвая. И голову. Реалити-шоу. Ну, проходи, проходи. Иди скорее. Ну, иди с той стороны, там, снимай. Пошли, 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 пошли. Кругозор, захватись-то. Поглядывай, малень. Что ты упертый такой? Вот какой кругозор тут, видите, люди? Тут бежать не надо, тут потихоньку. Как выглядит стадо? Да ты возьми перед глазами-то, не тряси камеры ты. Безразличие такое. Люди скотину спасают, жизнью жертвуют. Собака одна там где-то застряла. А у нас только ребятишек, и мы бы отдали им. Чего ради? Мы их спасаем. Спасаем от того, что вредно для них. Вот смотрите. Аккуратно выйдем. Вот здесь вот. Вас уже никто не найдет. Кто там с собакой такой? Подойди, ну не бойся ты, Виталий, не бойся ты, лишний шаг сделай. Ну тебе это не надо ничего, я знаю, что тебе это не надо. Превратишься в одно из быков, вот такой же будешь скоро. Ни дома, ничего, вон как здесь дежурный, где, пошли. Маминый пастух. Сиди. Знаем, кто-то сидит охуенно. Собачка. Похож на урагана. Я не знаю, где же собака. Вот идти надо, вот это покена, мы работаем здесь. Вот мы работаем здесь. Вот смотри, куда показывают. Вот здесь мы работаем. Если к нам сегодня не пойдет, то прямо к нам сюда бежит. А тут есть куда, вот, через этот перешел, ни одной машины не стоит. Дальше будет сказано, куда идти. Влага, все эти вот деревья, это все в нашей защите. Их не видно, вон. Так. Вот сюда маленько.
Миша, ее не пускай. Так, пойдем. Держите меня. Собака с гениальным прозвищем кукла. Не морайся. Все. А куда он идет? А, вдоль огорода. О, как тут вырос. Вот это бобер. Ну. Ты посмотри, какая огромная нора. Зайди, даже видно было сбоку. Это не все, это Никита. Не щипайте, не щипайте меня. Не клонись. Да не видно ничего. Какие-то еще претензии. Ты туда прям. Не щипайте меня. Смотри, как долго. Вот. Пошли. На, возьми, воды. Еще кто-то язык высовывает. Зачем тебе это нужно? Снимаешь, не брежешь. Не щипайте. Как щипаешь? Так, Никита, за ними иди, ты тут не нужен уже. Вот строит из себя незаменимый. Пройди за ними, наклонись. Бери, вот, а этот идет, снимает. Так, тут остановись. Здесь можно сделать передышку. А потом вас поведут дальше. Проходить надо будет, вот. Где тополя, если все. В деревне вас спрячут. А можно в туалет? Можно. Солнце горит. Смотрите внимательно. Здесь можно вести беседу, заниматься, молиться и тогда пойти. Вам скажут, тут люди есть, которые вас защищают. Будут молиться. Нету. Вот так. Вот когда пришли. Мы спасаем детей. А ты будешь спасать дальше? Я не хозяин. Тебе это абсолютно ничего не надо. Я с кем разговариваю, туда и направлять нужно. Вот он сидит. Я ему говорю, ты будешь это делать? Он не будет. Он даже с детьми не хочет идти. То есть чужой. Ему ни одного ребенка не надо, никого нету. И своего ребенка отняли. У тебя своего отняли, а чужой-то будет на тебя. А чужих нету. Они божьи дети. Это вот страна такая, в этом положении находится. 80% мужчин вот такие вот. Разводы. Сплошь. И кто-то виноват. Человек может изменить обстановку только тогда, когда скажет, виновен во всем я. Все кончилось. Вон коршун сидит на дереве. Вот мы сейчас будем поднимать, сегодня уже маленько задержим воду. Давайте, видите? Смотрите, коршун. Коршун. Не понял, еще надо. Коршун! На березе. Сокол, да. Так, это не коршун, по-моему. Это ястреб сидит, какой-то сокол. Здоровый. А его надо прежде чем... Ну-ка, сбегай, Егор, сгони его. Морщись, ты сидишь. Сгони его и покажи, как он летит.
по дереву похлопай ладошками. Или дерево потряси. Прям фартуки. Ну, Густань, заинтересуйся, посмотри хотя бы. Пёрышко. Смотри, коршун. Коршун, да? Коршун. Значит, правильно дети сказали. Вот я говорю, там коршун, посмотри, ты как сидел, так и сидишь. Я вижу, иначе. Ты неинтересный, совершенно неинтересный. Смотрите, возвращается, возвращается. Смертельно скучный. А нет, улетает. С таким мужчиной женщина полдня, она же скучает. Почему? Потому что внутри тебя эгоизм, всепоглощающий. Только сказали, вот японские дети, смотрите как. Вот ты ходишь, рукава натягиваешь, прячешься. Японец никогда этого делать не будет. Он даже виду не подаст, сядь. Прям помирает из одного комара, разве можно так жить? Японцы идут, 38 человек учащихся, там большие классы. У каждого фотоаппарат, это старые времена еще было. Видео нету. И что он делает? Подождите, Никита нанюхается цветок, он подойдет сюда. Стой, Никита, тебе это полезно, как воспитателю. Учитель говорит, обратите внимание, вот этот дом старинный. И особенно у него вот этот угол, он не ремонтированный. Ему уже 3 столетия. И все 38 учеников мгновенно чахнули фотоаппаратами. Тебя там не было. Калиников. Ты бы никогда не было. Зачем? А вот уйти где-то там выпить пиво, нажраться, греться, наблудиться, это наше дело. Российское. Товарищи такие же, уколоться. Дальше идут, дорогу переходят. Учитель им рассказывает. Вот дорога, смотрите. Вот сейчас люди идут с работы. Нам полезнее постоять. Самый наплыв. И нас могут здесь столкнуть. Ни один никуда. Что значит дисциплина? Ни один. Я нахожусь в Хабаровском институте. Тогда университетов таких не было. Иностранных языков. И разговариваю с одним кореецем. Он учится. Кореец. Это его родной язык. Учится он. Преподаватель японец. Где он учился, я так и не понял где-то. Китайский язык знает. И учитель... У него линейка, говорит, вот такая вот линейка от пола. Я покажу, у меня такая линейка есть. Палец, например, вот такой толщины. Так, не надо отвлекаться, слушай внимательно. Он вот так вот, говорит, идет по классу. Ничего не обед... Нас не касается. Руки у всех должны лежать вот так вот. Поставь ее прямо. Когда говорят, старшие слушать надо, не ползать по земле. Поворачиваться можно, допустим, мы ему уже сказали, не больше 13 градусов. Вот так можешь повернуть голову, а вот так вот дальше нельзя. Калиников, замучился ты. 13 градусов. И он знает, а ты не знаешь. Тебя не учили, тебя не били. Поэтому такой вот бык вырос. Человек не получился. Ты тут можешь поехать с человеком. Я говорю, а если не слушает, он говорит, а линейка для чего? Он как эта линейка врежет? У меня, говорит, вот такой, говорит, пузырь, говорит, целый день на руке. А как? Это положено так. Я смотрел, как в мусульманской школе преподают. Он каждого ученика берет и трепет, и бьет его. Почему урок не выучил? Учитель, это выставлено в интернет. И никакой ЕС, никакие международные организации, винальные юстиции, никто не сунется. Почему? Если сунутся, никто не выйдет живой. Они умеют за себя постоять. А у нас даже вот пройти, вот его тут сидит, вот попробуй. Я говорю, мы сейчас уйдем сюда, ты один там находишься. И сейчас могут приехать, еще с него будет. Я тебе наказал ни одного слова. Ни одного, если хоть одного слова скажешь, поедешь с ними уже. На территорию, до свидания. То есть ты враг. Вот так будешь осмотрен. У нас было такое. Я разговаривал с разными национальностями и узнавал, какой обычай. И нашел везде хорошие обычаи. Кроме наших. У нас бычий. Обычай бычий. Готовят подонков. Заканчивают школы. Практически девственности нету. А до революции? А Гитлер, когда захватил, то осматривали. Который, то он дал сигнал Гитлеру, что на Украине и прочее, там 89 что ли процентов девственницы до 20-летнего возраста незамужние. И отсюда вывод. Такую нацию победить нельзя. Не победить. Потому что за нее Бог. А кого сейчас брать-то? А до революции так же, что ли, было, Игнатий?
Как? Читай книги, узнаешь. Ну вы скажите. А зачем тебе говорить-то? Как зачем? Я говорю тебе, ты сам, возраст свой позволяет читать книги. Ну я у вас спрашиваю. Ну, ты какую книгу последнюю прочитал? Для слова Божия нет уз. Да ты ее не прочитал. Тебе ее не прочитать. Как не прочитать? Ты прочитал, может, страниц 50, а то и то не прочитал. Если бы ты ее читал, ты бы там узнал это. Как раз про это там и говорится. Вот как смотрели за этим. У мусульман 100% девственность сохраняется. 100%. И как мы можем соревноваться или что-то? Так интересно фуражку подбрасывать. Ты лучше слушай. Вот мы ушли, там комиссия. Они свои дела делают, мы свои дела делаем. Вот вы пришли сюда, тут с вами будут заниматься. Они не пойдут сюда. А если они сейчас посмотрят это, что мы снимали, и подойдут. Мы не важно, мы изменяем. У нас оттуда сразу поворот будет в другую сторону. Вон тот лес, мы уйдем в тот лес. На той стороне. А если ОМОН, они... Вот так. Ты можешь сейчас не маркать? Это дезинфо. Тебе трудно это? Повернись на ту сторону, лицом. Перекинь ноги. Вот так сиди и ушами слушай. Не надо здесь мне губы и зубы показывать. Мы спасаем детей. 2 недели. А дальше остаюсь я один. Будет только то, что допустит мой Господь Владыка. Ни одна волосинка не упадет с головы. Ни одна. А они хотят, ничего они не хотят. Им какое указание дали, то они и делают. Не надо быть манкуртом, надо быть человеком. Указание дали бить. Да он дал указание такое, что полцарства отдам. Ну, он сказал. Ну и что дальше-то? Лучше бы нарушил клятву Золотого Узгора, чем голову отрубил. Пророку самому величайшему из рожденных женами. А он сказал, ну если бы она потребовала у тебя не головы, а на кресте, а твоей головы, ты дал бы ее? В сказках такое есть. А что бы ты делал, как царь? Ну давай, ты скажи, чтобы не слушались. Никого и тебя не слушались. Меня только слушались. Ну всего полчаса, и ты увидишь, какое у меня будет царство. Все по-другому будет. Ну да как по-другому? Ну и как я сказал. И он тогда дает царь приказ. Подпиши, он подписал. В течение полчаса никого не слушаться, только вот этого человека. Он, я царь. Ну так сидеть могу на твоем месте? Сидеть могу. Ну ты стань в сторонку. Так, мой первый приказ. Воины, слушайтесь меня, все, слушаюсь. Схватите этого человека, царя. Немедленно обезглавьте его. И тут же ему голову отрубили. Обстановка со стороны сразу изменилась. Всех невинно осужденных выпустить. Судей, которые судили не по правде, всех под меч. Вычистить эту заразу. Охранять полиции, милиции будут люди честные. Верующие, только верующие. Это приказ такой издал. Все, полностью обстановка изменилась. Нигде не лгать. Думы государственные все и убрать. Будут люди... Опытные, избранные, старцы, совет аксакалов, как в других странах. Будем делать, как нас учат те-то и те-то. Все. И тогда по-божьему наступит. Я ни к чему не призываю, я просто говорю, какие варианты возможны. Самый лучший вариант – призвать всех к покаянию, жить по Евангелию. Если этого нет, ничего не будет. Вот это первый указ. Меня спрашивают, что бы сделал, будь я патриархом. Первым делом прекратить строительство храмов. Они не нужны. Они абсолютно не нужны. А потом, деньги все эти освободятся, издавать Евангелие, раздавать, идти благовествовать. Миссии не будет, миссионеров нету, но благовестники будут, проповедники будут. Вот так. Так, идемте потихоньку. Домой идем. Еще одна норка. Проломы. Это бобер сделал. Надо будет потом прийти с лопатами и все зарыть. Здесь еще одна норка. Так, кто без фуражки выскочил? Я с фуражкой. Так, у кого нет фуражки с собой? Вон Кирилл. Все. Так, мы туда не пойдем. Мы остаемся здесь. Виталий, иди дошкурь ее поскорее только. И сразу сюда идешь. Мы остаемся здесь. С Богом. Богом. Благословен Господь. Богом. Дивна милость Его над нами. Аллилуйя, аминь. Идите с Богом. Богом. Идите пока позанимайтесь. Богом. Так.